Они лезли к Джону Дарлайнеру из всех щелей. Из-под комода ползла оторванная по локоть кисть руки со свисавшими с нее зелеными гнилыми ошметками мяса. Из-за шкафа шла она, отравленная им когда-то в юности красавица Серафима. Сейчас ее было не узнать. Некогда белоснежные ровные зубы зияли черными дырами. Клочья седых волос торчали из почти совсем лысого черепа. Остатки плоти лентами свисали с костей скелета. Она шипела и медленно волокла за собой вывернутую на 180 градусов ногу. Джона трясло, как в детстве, перед визитом к стоматологу. Но дрожь не спасала. Он не знал, что делать. Вдруг по радио в соседней комнате негромко заиграл гимн Советского Союза. «Спасен! Я спасен! Спасен! Рассвет!» — закричал Джон Дарлайнер и выпрыгнул с криком в окно первого этажа. И плюнулся гроб. «Да пошли вы все! Все равно вы меня не достанете! Головы, дураки!»